Завод стальных конструкций «Кубань» – стремительно развивающееся предприятие. Благодаря слаженной работе коллектива завод смог в непростое время сохранить темпы производства. С момента получения сертификата соответствия в апреле 2023 года предприятие выпустило свой тысячный вагон. Мы сейчас прошлись по цехам, и производство не останавливается ни на минуту, и это звук в том числе того успеха, который мы сегодня празднуем. Действительно, предприятие делает серьезные шаги вперед. Вот я сегодня ехал к вам и вспоминал о том, что в 2022 году мы только подписали соглашение о реализации данного проекта на территории ЗСК «Кубань», на территории банкротного предприятия. За это отдельная благодарность нашей слаженной команде, и вам, и инвестору, и главе города Армавира, за те усилия, которые мы приложили, чтобы сохранить это производство и это предприятие. Министр вручил благодарственные письма администрации края лучшим сотрудникам предприятия. Поздравил коллектив завода и глава Армавира. Очень приятно находиться на родном предприятии для меня, потому что в моей трудовой книжке есть запись этого предприятия. Я начинал после окончания учебного заведения здесь свою трудовую деятельность. А больше всего приятно уже жить в настоящем, зная те проблемы, которые были в городе, на предприятии в 2020 году, когда все остановилось. И хочу сказать, и вспомнить сегодня тех людей, которые помогали в свое время городу и предприятию сохранить эту производственную площадку. Завод стальных конструкций «Кубань» прошел трудный путь восстановления производства. Однако коллективу удалось нарастить темпы. Разрешите от лица председателя законодательного собрания Юрия Бурлачка, от депутатского корпуса поздравить с этим замечательным днем, с выпуском тысячного вагона. Вы знаете, мы помним те времена, когда сложные времена, когда предприятие было направлено в подпол. Хочу сказать слова благодарности инвесторам, которые поверили в предприятие, поверили в коллектив, и сегодня мы видим результаты. Почетные гости вручили грамоты и благодарственные письма тем сотрудникам, без которых предприятие не смогло бы достигнуть таких результатов. Были награждены электромонтеры, начальники цехов, бригадиры, сотрудники разных отделов. Мы доказали всей Российской Федерации, только небольшие слова. Это действительно так. Нас уже знают полностью. Во всей Российской Федерации мы смогли доказать то, что мы это можем делать. Мы это делаем. И несмотря ни на что, мы растем. Потому что есть такая большая, замечательная команда, как вы. В завершении праздника все почетные гости оставили свои пожелания на тысячном вагоне предприятия. В 2021 году завод стальных конструкций «Кубань» взял на себя ответственность по возрождению легендарного армавирского машиностроительного завода. За 3 года, в том числе при краевой поддержке, предприятие наладило серийный выпуск грузовых вагонов и вышло с ними на рынки ближнего зарубежья. Завод планирует создать современный промышленный парк на площади более чем в 30 гектаров. Марина Локтева, Александр Герсименко, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».